Накануне 27 февраля в столичном аэропорту Уйташ состоялась встреча представителей организации с деятелями искусств региона и другими почетными гостями. Лауреат премии правительства России Джамбулат Магомедов, советский и российский артист театра Алексей Тимохин, кандидат исторических наук Алибек Казанбиев и многие другие. Присутствующие посетили зал ожидания, VIP-зал, международный терминал площадью 11 тысяч квадратных метров, а также пообщались с сотрудниками аэропорта, которые рассказали о специфике своей деятельности, турпотоке, а также интересные моменты работы. Далее в конференц-зале состоялось совещание с должностными лицами организации, где гостям более подробно рассказали об аэропорте Уйташ, его достижениях и планах на ближайший период. По итогам встречи стороны обменялись своими предложениями и пожеланиями, после чего гостям вручили памятные презенты.